выгодно. Покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терамобил на Янаульской 1А. Тренировки прошли насыщенно, а главное информативно. Более 70 участников сдавали Q-тест, то есть экзамен на пояса. Спортсмены показывали то, чему научились за прошедший год. Технику карате на месте и в движении, кота, уровень физической и теоретической подготовки, а также спарринговую технику. Эти тренировки стали окончанием учебного года в Нефтекамской федерации Киокушинкай.